Активные жители помогут в социально-экономическом развитии Заречного. В бизнес-инкубаторе «Импульс» обсудили инновационную программу муниципально-общественного партнерства. Этот проект входит в стратегический план развития города. Важно, чтобы активные горожане, их сообщество придумывали идеи, соразмерные городу, полезные для города. Их вносили, обсуждали в специально создаваемую муниципально-общественную комиссию, орган, который не принадлежит администрации и в то же время является связующим звеном. Новый механизм взаимодействия городской администрации, местных сообществ, местных предпринимателей с целью формулирования и софинансирования проектов городского развития. Все очень просто. Зареченцы предлагают некую идею, которая могла бы приносить пользу для города. Проект обсуждается рабочей группой. И если он окажется интересным и жизнеспособным, то решается вопрос его реализации. Запуск идеи будет происходить на условиях софинансирования муниципалитета и сообщества, которое ее предложило. Есть нечто подобное в каких-то других регионах, но в гораздо более крупных, а вот в таких муниципалитетах, мелких, мы, по крайней мере, такого не нашли. Поняли, что действительно необходимы некоторые изменения, и было решено, что эти группы продолжают собираться, но пока вот они так собирались в некотором закрытом формате, но сейчас мы уже выходим в свет, потому что появляется идея, появляются проектные идеи, группы собираются ежемесячно. У нас уже в стадии разработки есть там, 2-3 идеи. Станут ли инновационные идеи, предложенные городским сообществом, частью стратегического плана развития Заречного, зависит от интенсивности, регулярности и продуктивности работы групп. Планируется, что уже совсем скоро мы сможем оценить один продукт – проект социальной рекламы, разработанный в ходе таких встреч. Наталья Елистратова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».